Денис Буцаев, заместитель председателя областного правительства, посетил Люберцы с рабочим визитом. Он встретился с бизнес-сообществом в новом коворкинг-центре «Старт», а также посетил предприятия «Полет» и «Атеси». Ну, можно, я не знаю, заставление, да. Вот так, вот так на символическом дереве нашей Подмосковья в Люберцах вырос второй коворкинг-центр «Старт». Открыть еще одно бизнес-креативное пространство приехал лично министр инвестиций и инноваций Московской области, замтет областного правительства Денис Буцаев. Коворкинг показал свою жизнеспособность. И первый открытый коворкинг, непростая судьба была по заполняемости, в настоящий момент вышел на окупаемость. И это позволило коллегам продвигаться дальше, открыть второй коворкинг. Этот коворкинг несколько отличается от своего старшего брата, коворкинга на улице Электрификации. Прежде всего, площадью, оснащением и наличием новейшего оборудования. Но главное его отличие – в перечне оказываемых услуг. Резиденты нового «Старта» смогут получать консультации юриста, бухгалтера, банковского специалиста удаленно. Тем не менее, пока не все предприниматели понимают удобство, простоту и эффективность использования коворкинга. Но мы считаем, что в этом отношении уровень заполняемости в 50-60%, который есть сейчас, он показывает потенциал для увеличения заполняемости. Вы приобретаете за абонемент не только рабочее место, где вы можете непосредственно разместить себя либо свой офис, но вы в том числе получаете определенный перечень услуг и, самое главное, получаете еще определенное креативное окружение. Обычно коворкинги – это место начала стартапов. В день своего открытия коворкинг-центр уже принимал гостей. Местные предприниматели пришли оценить пространство, а также задать наболевшие вопросы напрямую Денису Буцаеву. Оживленная дискуссия, а в ней принял участие и глава округа Владимир Ружицкий, стала символическим началом работы нового «Старта». Вопросы есть. Если они есть, мы их пытаемся решать. Если не получается, ну, пытаемся как-то понять, что сделать в этом случае. Денису Петровичу сегодня скажем огромное спасибо. В его плотном графике областность большая, потенциал огромный, сумасшедший. С этим надо как-то разбираться. В рамках сегодняшнего визита в Люберцы Денис Буцаев успел не только коворкинг-центр открыть, но и местное предприятие «Атеси» посетить. Кроме того, заглянул и на кондитерскую фабрику «Полет». Подобные рабочие визиты по Московской области Денис Буцаев совершает регулярно. Их цель – конструктивный и открытый диалог с бизнес-сообществом, а также взаимодействие с местными органами власти. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.